Рабочая поездка главного агрария Государственной Думы Владимира Кашина началась с презентации региональных отделений партии КПРФ. В Ульяновск прибыли делегации из 14 регионов Поволжья. Активисты угощали депутаты блюдами местной кухни, вручали агитационные материалы и сувениры. Презентацию продолжил семинар-совещание партии КПРФ. Событие посетил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Глава региона предложил провести съезд Коммунистической партии России в Ульяновске. Открытие обновленного Ленинского мемориала станет большим событием не только для нашего региона, но и для всех коммунистов нашей страны и всего мира. В связи с этим предлагаю вам, уважаемые коллеги, рассмотреть возможность проведения в 2025 году очередного съезда Коммунистической партии Российской Федерации в Ульяновске в здании отремонтированного Ленинского мемориала. Предложение Алексея Русских встретили аплодисментами. Рабочую программу Владимира Кашина продолжила двусторонняя встреча с главой Ульяновской области. Парламентарий высоко оценил достижения Ульяновской области в сфере сельского хозяйства и поблагодарил губернатора за грамотно выстроенную работу. За последние два года сельское хозяйство региона сделало большой шаг вперед. Сегодня еще боятся американцы, не только наших ракет. Они заверещали, мы сейчас 157 миллионов получили зерна, а в 2012-2013 году 60 миллионов получали, в 2012-м. Представляете, какой рывок? А мы видим сейчас и 200 миллионов площадку, как мы получим. Мы видим эти технологии, мы приняли законы, мы создали систему законов. Сразу же после рабочей встречи с главой региона Владимир Кашин вместе с активистами партии КПРФ возложил цветы к памятнику Ленину. Затем аграрий принял участие в отправке гуманитарного груза в зону СВО. Две больших фуры с самым необходимым для ульяновских солдат уехали из Ульяновска прямо с Соборной площади. Уважаемые товарищи, отправляя сегодня очередной конвой, я хочу вам сказать, что большущий конвой 108 мы отправляем 4 мая, в котором будут 8 большегрузных машин. А вам еще раз сегодня хочу сказать спасибо вот за этот конвой, за эти машины, за это снаряжение, оборудование. Здесь не только продовольствие, здесь оборудованы машины, которые пойдут. Завершая рабочую поездку в наш регион, Владимир Кашин вместе с губернатором Алексеем Русских дал старт посевной кампании в Ульяновской области. Право начать посевную предоставили Ульяновскому району, хозяйству, расположенному в селе Новая Бирючевка. Владимир Кашин также осмотрел теплицы акционерного общества «Тепличное» в Боротаевке. Здесь в современных условиях выращивают огурцы, помидоры, салат, клубнику, перцы и цветы. Аграрий высоко оценил качество продукции, выращенной в закрытом грунте, и вручил ценные подарки ведущим сотрудникам предприятия. Вот тебе за хорошую работу, видишь, СССР, 100 лет. Вот такие два. Вот авторучка. Визит Владимира Кашина в наш регион еще раз подтвердил, что Ульяновская область становится центром притяжения федеральных руководителей разных направлений. Благодаря таким визитам область получает федеральную поддержку и финансирование новых программ. Валентина Никонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.